Всем здорово! Алло, пятерка. Да, привет. Здорово, родной. Чекни, пожалуйста, наш трек с Лидой на стриме. Алло. Алло, слышишь меня? Да, да. Чекни, пожалуйста, наш трек с Лидой. Мы очень старались. А, ладно, сейчас посмотрю, лучший друг. Спасибо большое, дружище. Люблю тебя. Пока. Подожди, а тебя что, в армию выбирают? Да, я подстригся, потому что я завтра уезжаю. Мне нужно, чтобы ты сегодня трек послушал. А ты, ну, ты краску зеленую купил? Да, и красную тоже. У него рак, я если просто... ты не послушаешь. У меня просто рак еще, я завтра к онкологу иду проверяться. Соболезную. Спасибо. Все, давай послушай трек, пожалуйста, а на стриме. У тебя там лыша? У меня везде лысый, у меня везде волосы выпали. Не, жопа большая. Ну, не, жопа волосатая, но... Ну, зацени в обню. Я не могу сейчас, ты на стриме. Ну, а я не буду в камеру, я просто хочу сам. Короче, потом, я вот когда домой приеду, я тебе скину фотку лобка моего. Ну, там вообще ни одного волосика нет, там все выпало. Да? Да, вообще все, там все чисто, понял? Как они помню. На стриме побрили. Угу, да. Тогда нормально тогда. Послушай тогда сейчас трек, пожалуйста, в ты Телеграме. Не скинешь? Ты не скинешь? А у меня в Телеграме можешь найти. Последний пост. А, ладно. Спасибо, друг. Послушай, мы смотрим давай, твою пока. Реакцию. Давай, пока, целую. Друг. Пока. Все. Давай, пока. Вот так надо. Давай, пятерка целую. Мой друг. Блин. Вот так надо добиваться. Настоящий давай. Друг, блядь. Все, сейчас хайпанем. Сейчас хайпанем, бля. У, сука, давай. Давай, давай, давай. Балу тихо. Не надо. Так, запомните, пожалуйста, 18-13. Вот настоящий друг. Это друг. Пятерка, вот это друг. Это мой тоже лучший друг теперь. Теперь пятерка твой друг тоже. Босс, вы гений. Все правильно. Пятерка это босс. Это мой тоже лучший друг. 24 мая, 22 год. 21-23. Летаем за ЛФ. Бля, нихуя, мне так нравится. Вот такое, как бы. Вы можете мой ник так же сделать? Или мой так нельзя? Это я придумал. Я сам. Лида, я знаю то, что только... Ну, у нас и была баба Лида. Вот баба Лида, моя бабушка дружила с бабой Лидой, по-моему, умерла, нахуй. Вот это и... Пятерка мой кент. Самый лучший трек, самый лучший хит, yeah. Губка ее, разрядные штаны. Ты очень одинокий, тебе хочется любви. Губка ее, ну что же ты молчишь? Тебе меня сношать не запретить. Блять, такой долбоеб, блять, он всегда... Я у него еще спрашиваю, говорю, почему ты, ну там треки, если охуенные, то почему ты не заливаешь на все площадки? Он говорит... Да мне вообще поебать, блядь! Променять. Ну, ладно, поебать, денег не получить там за трек 5000 рублей. Но с другой стороны, ну, допустим, я захочу его послушать, блядь, на площадке. Вот и воткну себе Яндекс.Музыку нахуй выше. Чё, блядь, делать? Распространи этот трек, и тогда зальем. Да-да-да. Они смотрят мою реакцию? Да, смотрим прямо сейчас. Привет! Привет, лучший друг, привет. Пятерка! Я люблю тебя, пятерка. Ублюдок! Они распускают слухи. Бля, я говорю, он еще, бля, пятерка с бровной, это вообще, блядь. Я не знаю, мне стоит говорить. Я просто видел серию, то что ну Губка Боб, он реально дырявый, и типа ему кто-то засовывал руку, и через другую дырку выходила рука. Получается, если Мазелов и Лида вместе трахали губку, то их хуи внутри губки. Лида, брат, ты мой друг, называй правильно. Там дырки, блядь, ну как все. Ну всякое было, да, всякое было у нас. Кентухи, надо суки. Да ты как медаль, у тебя две стороны, но я готов выебать любую из них. Я тебя люблю, малая, да ты мое солнце. Я дышу с тобой, малыш, да ты мой воздух. У нас с тобой связь половая. Хорошо, что ты не обувная. Эту минуту они сделали. Смажу тебя снова, моя зая. И ты скажешь, пацаны, залезайте в меня. Я так тоже хочу уметь, ну, типа, вот именно иногда петь. Она как будто они вот иногда... Брат, я тебя научу, ты мой друг теперь. Приходи, да, научат тебя, правильные люди. Приходи на уроки. Залезай налегка, ради плоских у тех, точно наверняка. Наверняка. Точно наверняка. Точно наверняка. Все правда. Точно наверняка. Поддерживаю полностью, да, пацаны, мы с вами. Yeah. Губка ее, развратные штаны. Ну, короче, блядь, вообще, в принципе, охуенно, но, блядь, извините, у меня стрим залагал чуть-чуть, что если вырезать Мазелова отсюда, вообще будет охуенно. Так ты еще Мазелова даже не слышал? Опять начинается, ебаный ублюдок конченый. Он даже не слышал тебя. Не-не-не, это опять начинается эта хуйня. Ебаный ублюдок конченый, мы с тобой пойдем в фасмофобию, я тебе фонарик в жопу затолкаю, тварь. Это у вас постоянно такая хуйня, все время, блядь.
меня сношать не запретит никто из них. Губка ё, развратные штаны. Ты очень одинокий, тебе хочется любви. Губка ё, ну что же за дела? Скажи мне, почему же твоя мама умерла? Возьму мыло вместо смазки. Мыло. Мы с тобой очутимся в сказке. Ну я вот это осуждаю, у нас там как бы серьезный разбор трека. Но если мыло вместо смазки используют, то потом внутри писи. Дебил, блядь. Согласен. Может быть, молочница ёбнет там, и у девочки пися уже будет такая, как бы там хуйня будет, как бы может отражение пойти. Так что, ну, я вот эти вот осуждаю строчки. Ты почистишь мой пенис грязный. Дай мне только до тебя добраться ночью, пока спят все твари, я иду. А, это губка, да, точно, да. Ну тогда нормально. У тебя на цыпочках хостовары. Швабры на сохране, камни спалят. Если губки нет, то тряпка тоже варит. Групповой секс, где-то спит лекс. Выебать шерсть, да, в этом я спец. У тебя стагнация, у меня нет. Ты пишешь мне писька, это пиздец. Два билета на волейбол я не купил, ведь я пизда. Я с тобою с ума сошел. Ладно, пока в магазин пошел. Пока. В магазин пошел. Не бей. В магазин пошел. В магазин пошел. Штаны. Ты очень одинокий, тебе хочется любви. Блядь, припев ебейший, реально. Ну, потому что там Мазелов, по-моему, не поет в припеве. Я нахуй. Губка ё, ну что же ты молчишь? Тебе меня сношать не запретит никто из них. Губка ё, развратные штаны. Ты очень одинокий, тебе хочется любви. Губка ё, ну что же за дела? Скажи мне, почему же твоя мама умерла? Это, конечно, хуйня с каким-то типом, с которым я общаюсь больше 4 раз. Уел, блядь! Ты ёбнутый уёбок, блядь, урод. Это вообще супер мба. Пишет, мазик сгрынил. Бля, ребят, сорян, смотри, что так вышло. Бля, мне нравится вот эта паста про губка ёб. Да. Бомб тебе звонит. Да, мой родненький сыночек. Мама, у тебя все хорошо? А, это не ты. Да. Ну все, я тогда завтра в гости зайду. Заходи. Все, давай, пока. Заходи, ой, это мило. Мама. Ой, блин, я уже думал. Друг, ты мой друг. Он что, стрим офнул? Урод. Там мазел баба или ты? На Хованском кладбище через 30 минут будем хоронить. Кого нахуй? Уебок. Сука, пятерка. Я не буду. Где он? Покажите мне его лицо. Как его зовут? Кого? А, он хочет на поток зайти, слышь. А, так давай смотреть его поток, он будет наш поток. Ну да, или до стрима, ему скинули уже. Давай, давай. Он хочет на поток зайти, слышь. А, так давай смотреть его поток, он будет наш поток. Ну да, или до стрима, ему скинули уже. Чё ты шерстяной, чё ты пиздел, нахуй? На поток мы зайти, в следующий раз в космофобию пойдем в VR, я тебя там фонарик в задницу затолкаю. А, так давай смотреть его поток, он будет наш поток. Ну да, или до стрима, ему скинули уже. Чё ты шерстяной, чё ты пиздел, нахуй? На поток. Ты чё про мою маму сказал, сука? Ты единственный из всех, кто делал фонарик. Чё ты про маму сказал, мама живая, блядь? Чё ты посмотрел? Никто не посмотрел. Нет, давай я звук оставлю, чтоб вообще пиздец. Чё ты про маму сказал, мама живая? Живая, блядь. Я не услышал, что ты сказал, блядь. Ну что ты мне тут нахуй пальцем? Давай я звук оставлю, чтоб вообще пиздец. Чего, блядь, маму сказал? Что там про маму мою, блядь, говорил? Я не услышал, что ты сказал, блядь. Ну что ты мне тут нахуй пальцем? Давай я звук оставлю, чтоб вообще пиздец. Чего, блядь, маму сказал? Что там про маму мою, блядь, говорил? Что ты сказал, блядь? Ну что ты мне тут нахуй пальцем? Я в ахуе, блядь. Чего, блядь, мамка у тебя хуйня, блядь, говорил? Что ты сказал? Блядь, ты мне это лично скажи, нахуй, ты мне это в глаза скажи в реале. Что это анус обезьяны? Ты мне это лично скажи, нахуй, ты мне это в глаза скажи в реале. Я не понимаю, он быкует или целуется? Что это анус обезьяны? Ты мне это лично скажи, нахуй, ты мне это в глаза скажи в реале. Я не понимаю, он быкует или целуется? Что это анус обезьяны? Все, ты я мне это лично скажи, нахуй. Все, спасибо, всем спасибо.
Так, ладно. Не, я говорю, пятерка охуенный Кент вообще. Он очень классный, блядь. Хорош, я вижу, да. Я его до этого, до этой реакции не знал, но теперь я могу сказать точно... Не-не, он крутой чел, очень крутой. Могу сказать точно, что пятерка хороший человек.